В библиотеке поселка совхоза имени Ленина прошел открытый урок, который провел преподаватель кружка игры на гитаре «Струны души» муниципального центра культуры. Кирилл Модестов не только учит детей играть, но и сам является концертирующим музыкантом и композитором. Посетить мероприятие мог любой желающий. На открытом уроке Кирилл Модестов сделал упор не на хитростях в исполнении тех или иных музыкальных приемов, а на истории появления и музыкальных возможностях классической гитары. Урок был адресован тем, кто хотел бы поближе познакомиться с инструментом. В 15 веке это был один из самых популярных инструментов. Вообще для него писало огромное количество композиторов. Собравшиеся могли по достоинству оценить все музыкальные возможности этого инструмента. Открытый урок стал и своеобразным приглашением на занятия. Дополнительный набор в кружок «Струны души» муниципального центра культуры еще продолжается.